Наводя красоту на своем участке, садоводы в первую очередь покупают именно декоративные деревья – туи, можжевельники, елочки. Но красивые хвойники существуют не только в форме дерева, но и в форме ползущих кустарников, о которых дальше и пойдет речь. Одними из лучших, на мой вкус, являются вот такие растения. Первое. Ель обыкновенная прокумбенс. В 10-летнем возрасте ее размер приблизительно 50 см в высоту и 1,5 метра в диаметре. Редко, но ее все же нужно стричь и формировать, так как в возрасте 30-40 лет без стрижки она будет в высоту уже метр, ну а в диаметре 3-4 метра. Годовой прирост в высоту сантиметра 3, в ширину сантиметров 10. Садить лучше на солнце, но в полутени она тоже приживется. Также у нее высокая морозоустойчивость, и елочка не требовательна к условиям выращивания. Второе. Можжевельник Blue Chip. Это быстрорастущий почвопокровник с серо-голубой хвоей, высота которого достигает 20-30 см, а диаметр – 1-1,5 метра. Годовой прирост сантиметров 5 в среднем. Сначала он больше растет в ширину. Любит солнышко и не любит переизбыток влаги. Способен расти на очень бедной каменистой земле и выдерживает максимальный мороз в минус 29 градусов. Третье. Перекраснопарная микробиота. Размеры взрослого кустарника до 1 метр в высоту и 3-5 метров в диаметре. В теплое время года микробиота зеленой краски, а в холодное – медно-коричневой. К почвам абсолютно неприхотлива, любит солнышко, но может расти и в полутени. Выдерживает морозы зоны 3. Четвертое. Сосна обыкновенная Hallside Creeper. Это медленно растущий хвойник, в возрасте 10 лет его высота сантиметров 30, а диаметр 1,5-2 метра. В дальнейшем взрослое растение вырастает в диаметре до 4 метров. Высаживать данную сосну нужно только на солнце, так как она очень светолюбива. По поводу холодов. Она может произрастать в третьей зоне по морозоустойчивости. Пятое. Сосна горная Краускопф. Это карликовая стелющаяся сосна, которая в 10-летнем возрасте может достигать высоты сантиметров 50, а в ширину быть сантиметров 70. Но ее максимальная высота 1,5 метра, а максимальная ширина 1,5-2 метра. Она не требовательна к почвам и лучше всего чувствует себя на солнышке. По морозоустойчивости она способна выносить морозы зоны 4. Шестое. Можжевельник Golden Carpet и Blue Carpet. Blue Carpet вырастает на высоту 30-50 см и ширину 1,5-2,5 метра. Годовой прирост в высоту сантиметров 3, а в ширину 10-20 см. Высаживать его лучше на солнце, а вот к почвам он не требователен. Зона морозостойкости 5A. Golden Carpet – это растение с декоративной желтой окраской сверху кустика. Причем снизу хвоя просто зеленого цвета. Чтобы контраст цветов был ярче, нужно подбирать место на солнце. В высоту вырастает до 10-15 см, а в ширину 1,5 метра. Выносит морозы 4-й зоны. Это те почвопокровные хвойники, которые, на мой вкус, одни из самых красивых.